Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня будет очень тревожная информация для биткоин-холдеров, да и для холдеров других криптовалют тоже. Но я объясню вам, почему вам не стоит бояться и переживать из-за того, что я сегодня вам расскажу и покажу. На самом деле вам придется ответить лишь на один вопрос, чтобы понять, стоит ли вам переживать из-за этого или нет. И этот вопрос я задам в конце видео. А сейчас усаживайтесь поудобнее, наливайте чай, открывайте печенье, не забудьте поставить лайк под это видео. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков. Это действительно очень помогает каналу. А мы начинаем. Биткоин достиг исторического пика и обвалился до 10 тысяч долларов. Но не сегодня, а в 2018 году. Именно это параболическое движение, которое предшествовало обвалу, не дало возможности участникам рынка трезво оценить прогноз Питера Бранта. Питер Брант, известный трейдер, торгующий на финансовых рынках уже 45 лет. В январе 2018 года как раз после достижения биткоином исторического пика в 20 тысяч долларов он дал неожиданный прогноз, который общественность в то время не смогла воспринимать реалистично, ведь такое мнение после бешеного роста главной криптовалюты не было популярным. Тем не менее он написал: общее правило технического анализа: нарушение параболы движения приводит к снижению стоимости актива на 80%. Если следовать этому общему правилу, цена биткоина должна вернуться к отметкам ниже 4000 тысяч долларов. Примечание: этот твит не делает меня хейтером биткоина. Сами понимаете, какую реакцию в общественности вызвал такой прогноз. Целью Питера была цена 3933 доллара за биткоин. На графике я обозначил момент, когда Питер дал свой прогноз в январе 2018 года. Спустя 300 дней он оправдался, биткоин обвалился до отметок ниже 4000 долларов. Думаю, Питер этой возможностью воспользовался без сомнений. Брандт прокомментировал свой прогноз следующим образом. Я видел эти вещи множество раз в прошлом, и они всегда заканчиваются одинаково. Цены всегда падают на 80-90%. Почему я показал вам этот уже устаревший и давно потерявший актуальность прогноз из прошлого? Дело в том, что всего полтора дня назад Питер снова сделал что-то шокирующее на рынке криптовалют. Трейдер, который предвидел самый большой обвал биткоина, говорит, что он только что полностью вышел из рынка криптовалют. Так называется эта статья, и она написана о Питере Бранте. Я знаю точно, если вы холдер XRP или просто приверженец Ripple, то вы не в восторге от этого человека. И это резуль он всегда выступал против XRP, называя его мошенничеством. Он даже призывал своих читателей быть терпеливыми, ведь XRP скоро придет к невероятной цене в 0,13 миллиардных доллара. Ripple XRP это манипулируемый скам, цитата Питера. Как минимум это могло бы стать причиной и моей несимпатии к этому человеку, но он в деле уже очень длительное время, он знает, что делает, и у него есть огромный опыт, и то, что он является хорошим трейдером, не может быть может даже поддаваться сомнению. Тем не менее, я позволю себе немного вольности, чтобы прокомментировать некоторые вещи, о которых он говорил или которые он сделал. Но давайте для начала почитаем, что он говорит и почему он полностью вышел из крипторынка. Опытный трейдер, известный в криптомире своим точным прогнозом исторического краха биткоина в 2018, говорит, что только что вышел из криптовалюты. Питер Брандт, генеральный директор глобальной трейдинговой компании Factor LLC, говорит, говорит, что продает большую часть своего портфеля в акциях, иностранных рынках и биткоинах, чтобы выйти в доллар США. Один из читателей Питера задает вопрос, когда деньги не находятся в долларах, нефти, золоте, биткоинах или S&P 500 и других индексах, то где они? Я везде вижу падение и новичку вроде меня сложно следовать за деньгами. На что Питер отвечает, уточняю, что и я не уверен, что понимаю. Лично я закрыл почти весь свой портфель за последние два дня – акции, форекс и биткоин. Поэтому в процессе перевел активы обратно в национальную валюту – доллар США. В чем же причина? Питер думает, что рыночный пузырь в США находится в последней стадии, прежде чем лопнуть. Это то, что я думаю о рынке США. Боритесь с ФРС на свой страх и риск. Слишком ранний медвежий настрой может вас уничтожить. Рынок находится в окончательном порыве десятилетнего бычьего забега. Пузыри могут раздуться еще больше, чем кто-либо вообще считает Возможным, но затем они трагически лопнут. Это отличная прибыль в финальном рывке пузыря. На самом деле об этом говорил не только Питер, но и многие другие аналитики. Некоторые ничего не говорят, но их действия свидетельствуют о том, что они так думают. Например, Уоррен Баффет, который сливает акции банков и покупает золото. Этакий недвусмысленный намек на коллапс банков и всего остального, и на то, что золото будет пользоваться спросом как safe haven asset. Но есть кое-что о Питере Бранд что вам нужно помнить он всегда меняет свою точку зрения в зависимости от информации которую он получает и он это не отрицает поэтому уже завтра может что-то случиться что полностью изменит его мнение например в марте этого года когда биткоин и все остальные рынки сыпались как карточные домики он говорил что биткоин может упасть даже до нуля но зато в июне 2019 он же говорил что биткоин вырастет до 100 тысяч долларов знаете я не против того чтобы менять свое мнение в зависимости от обстоятельств для трейдера это вполне нормальная практика. Но я, как долгосрочный холдер биткоина, который накопительную часть биткоинов не собирается продавать вообще никогда, всегда был уверен в том, что главная криптовалюта покажет такие результаты, что многие скептики еще не раз пожалеют о том, что не купили его даже за 10 тысяч долларов. Даже во время катастрофических обвалов биткоина в 2018, 2019-2020, я всегда был рядом, чтобы приободрить тех холдеров, которые потеряли веру. Очевидно, это многим было нужно. И я говорю именно холдеров, а не трейдеров. Я хочу раз и навсегда разделить эти два термина. Питер это трейдер. Очень хороший трейдер. И он собирается анализировать всю получаемую информацию и снова принимать решение. Может ли его мнение кардинально измениться уже завтра? Навряд ли? Через месяц-два? Определенно да. Именно поэтому лично я не беспокоюсь об этом решении Питера от слова совсем. Решите для себя, беспокоитесь ли вы? Задайте себе вопрос, вы трейдер или инвестор? Ответ на этот вопрос очень важен в вашем восприятии таких сенсационных статей и заявлений от известных трейдеров. Поэтому не беспокойтесь, все будет просто шикарно, и я это знаю. Почему я так считаю, расскажу вам в завтрашнем ролике. Поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А меня зовут богатейший Ди, что я там обычно говорил в конце. Два дня видео не снимал и забыл. Богатейте. До скорого. I trust you.